ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы защитной рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. На сегодняшний день на территории городского округа Первоуральск зарегистрировано 589 случаев покуса среди населения, 127 случаев покуса среди детского населения. Вообще старт сезона в этом году у нас начался с 18 апреля 2022 года. В целом ситуация по покусам клещами расценивается как обычная, то есть на уровне прошлого года и на уровне пятилетней СМО. Большинство покусов на территории городского округа Первоуральска в черте города зарегистрировано в районе Дина, Сталица, Шайтанка, Пильная и городского кладбища. Если за территорией городского округа, то это у нас район Хрустальный, район Барсучьей горы, Белимбай и Новоуткинск. Также большое количество покусов регистрируется в садоводческих товариществах, которые находятся как в черте города, так и за пределами города. Для лабораторного обследования сдано 80 особей клещей. В одной обнаружен вирус клещевого энцефалита с территории поселка Перескачка. В 24 обнаружен вирус лайм-боррелиоза. На территории городского округа Первоуральск подверглись акарицидной обработке все площадки школьных и дошкольных организаций. Также обработаны культурно значимые площадки, такие как инновационный культурный центр, городское кладбище, парк новой культуры, площадь набережной. Но не обработана корабельная, вновь построенная корабельная роща. Из-за неблагоприятной погоды, а именно наличия большого количества осадков, невозможно обработать территорию корабельной рощи.